Кіт із дворця ночі. Умер. А внизу не треба маркіз. Сильно не розсердиться. Что она скажет? Я получила записку от Филиппа Рилюни. Она пишет, что синяя птица, по всей вероятности, находится здесь. Где? Ни за что не догадаешься, где мы сейчас. Конечно, нет, душа света. Я же тут никогда не был. Ошибаешься, конечно же, был. Где же мы? В царстве будущего, среди неродившихся детей. Научишься? Что это за голубые крысы? Это для изобретения.
Чудесно! Вот такие-то я буду выращивать на земле. А когда ты будешь на земле? Через 53 года, 4 месяца и 9 дней. Ну, как вам мой виноград? Целая ветка груш! Да нет же, это виноград. Когда мне минимум 30 лет, он будет точно таким же. Я нашла способ. А вот и я. Посмотрите, какие у меня яблоки. Да это же дыни. Нет, не дыни, это яблоки. Да еще не самые крупные. Когда я буду жить на земле, яблоки будут такие же. Я открыла систему. Когда я сяду на землю, моим дыням будет чем гордиться. Меня возьмет садовник, сам король девяти планет. Король девяти планет? А где?